Ռուսաստան բդախո Սաթոլուշոն։ Թոլստոյի Միլի Տելևիզիա Դեշմավին Դեմոնադայ։ Թոլստոյի Փայտախ Լանկոնադա Դեհանգոմի Վախտի Սաթ Հաֆտը։ Համախոսախաղ Զինա Մանգիդոնզադա Չամա խաղի յոլաշայիր Չայ յոլա մերդ Չամա Օզոդի ջանգի աբադի Վաշա Չո Ալինա Սիրի Բարահմաջ Շա Ռուժիկու Չուլ Ռուժ դավարդե Յանե Զինա Չայ Չլմբե Չամա Տելևիզիա Օֆայևոնա Կոլեկտիվ Իժան Սաբասալոմա Թիդոդա Բաչամա խաղի Օխոն Ղամը Բբութոլստոն Ոթեդա Խդոր Ռահմադ Բքա Չամա Շայիրի Ամին Յա Ռաբիլ Ալամին Հաչը մխոսա թոլուշախաղ։ Չանդը վաղթ է ոթեդամոն բաշմակի վլոբ է դա ամոզորբոյջոն, կալի կասոն լբուտ պեջոքն է դամբամա։ Հեշով ոթամոն է բաշմակի դրոզ դանի բակաշ է, չը ըմ հարումա դովլատի յան չայ հարում զոդա միլատիքո։ Ոթամոն է կի ռուժոն ռուժոնի ավոնշտան բակոշն յանդը։ Կալի թոլուշոն թրքոնսան վեի բա օվի օթաշի ժայդանշտանի, յահու ռոստ կարդիդանքի աբնի ժիգոչի, վլո աբնի մամլակատ։ Ոտ դամոն կի զայ ավոմ մա թոլշոն, ոխո շումա դաստադանի, շումակու վաբաստանի նա չը դովլատի դնյո խարիթադա պայդոբ է, նա անչայ չը խարիթահու գին բեշ է։ Ամա վակտ է կի ըմ դովլատ դնյո խարիթադա բա մայդոն բեշ արուժի հազո մսի բատշոն բարդա բզամինի բնայինա խալգոնսա։ Չանդակերա ըմ մոմա թրքոն գենոսի դշոն կարդա չզամինի մսլ մոնա խալգոն։ Թումա բրշոն կարդավոն։ Եսան հեժո համոնա թրքոն յա անքի բաշտա թրք ոթա դովլատի սադանշտա կրդոն վլո կարդեդան ըմպես ողթա դովլատի։ Մի օնադա չամա քալի թոլուշոնյան ջո բնայինա խալգոն նմոյոնդոն քշտեդանշտանիքի աբնի Օզերբայջանի վլո կարդե։ Շիգո բզն Օզերբայջանի դովլաթի խոմաթու հեժո բմոն ռասա։ Շիգո բաբայ ավոթիմ ճահաննմ։ Օխո ժագոբանի։ Չէ դովլաթի սարգլի չնյակաս, չայ շիրա պեպսնյակաս, չայ խայ վինդակաս թրքոմբանյան կրդոն։ Թոլուշուն բբուն յաջո բնայնա խալխոն,
Охо авон глай копуги сой мнин бзаминада. Халай вотеданим ки одами врадан нуакасни авон бдовлатада. Малхасеса глай вахт омараса кич песохта довлати марде манде масала бешабадим. Эса чатыркон я кырдон вейни штан сараседа ки чпесохта довлати охораса. Манда гла малос садокарде ки ав баханда чайфатиха. Демян гурул гымбаз шодан, айба чол газ нгали чолибын. Демян сабы бухарчи. Сабутон пьеда, далилон пьеда, аз бывотым, шаманан гуш бадан. Чанда ружонин Озорбойджон хаммай бана тирашна аши баяндыгния. Сабабанаме ки, че хаким клани номдора намойондодан глайни депутат Ариф Рахимзода номада глай кырди воташе ки, ама тырк нимон. Демьяном вирона мамлакат гния баянды. Врабавра рост бан сапо, хар кас глай хавожайда. Пай вотеда ки, ама тырк нимон. Ама вотеданин ки кин. Номышон чи че? Кали глон вотедан ама Озорбойджон жимон. Ама чанда соронин вотедамон ки, абни бе Озорбойджони номада халх. Чумчко миллати назаро бе мамлакатада дешта хоши я дено хоши жия хама шарвандон Озорбойджон жин. Пай вотеда ама тыркимон. Интасием калакан давардедани. Чумчко ама вотедамон бавон ки, шма тыркишон бу, вавада бочи тырк вотеданишон башта. Янки бочи хукма тырк вотедани башма, Озорбойджоныш вотеда. Мадам шума тырк номада глай йола халгишон Озорбойджонада, вавада бочи хнаун раседани, мердатион раседани талаб бкан хукматику ки, тыркан бнавышта шумани. Дарт бмадай ки авон хич гла джавоб до зне данин бачамаду апарсон. Дим бадим омеада деяма лол бедан. Амма хежо чокна ара халват миндедан, яне нуштедан компютри кутада, огардедан ба аждахо. Яху рост кардедан ки хич маса ама тыркимон. Аманан вотедамон бавон ки за фалон фалонизон. Бама чич, шума тыркишон яджо халг. Амбама гаракни башма гараке. Ама беяян тырк вотедамон башма. Яне ама зынедамон ки шума тыркишон, дадбумада ки шума аштан зынеданишон кишон. Номон чи че, чи ки пешто омашон, ки зандаше шума. Мадам жигое бочи интернетада нвыштеда шон номони. Мерд бабан, бышан ба хукмати бвотан ки, бда ав жагуан бнвышта шума халгы номи. Дарбмадай ки чатыркон лэнг бзамини гня ружику, авон хежо мион газатишон карда. Яне ошко бармала хич вахти сханышон бадим вотани. Хежо чокна даварден басов, дроз бачавон звон, дамандан бо кора палаки нагали воте. Чайхонунада, кулабнунада гахрамонин, ба ошко бешада лолбедан, эштасадуан бекардедани. Чанда соронин ама вотедамон бавон ки, ам алевон хукмат зне-зне Озорбойджоныш вотеда башма ки, демьян ныё бкашта кырдати. Хаман алевон Озорбойджоныш вотедан ки, хамсия тыркия бия бзны амони дешта. Чавон хавари бкаша. Ама эса хани тыркия ышта картоныш окарда. Ошко кардаш эшта ният. Тыркия бармала вотеда ки, чума мақсад Озорбойджони башта умжан кардее. Ча тарафуан Тыркия хукмати хани о кардаше Илхам Алиеви сарон. Эса Тыркияда джог занедан ки Алиевон мақсад Тыркия вло кардее. Айо кырди довлати сохтее ки ыштанан йол бабунайо. Жигона ам дыгла довлати йолон чанда соронин бия воте-воте баянды, жияда-жияда очуне данианды. Аман сырни ки Тыркия чанна заифан бабо, хала дагла Озорбойджони эйдау базне оме. Аве Тыркия хукмат даварда ба хаджу. Алиевонан хани ба хаша жайданышта тыркати ки, хош бон ба ирони я джо довлатон йолон, авон зомин бманды бавон. Жигона, Озорбойджони тыркон гарде-гарде эса оман бешан чама сыханиса.
Эса авон занедан ки алиевун ки тоса эса тырк тырк вотедабин башта. Чио махсат атыркун жидасти огатабе. Демян авон ба масхара нодабин тыркун. Ама вотедабимон, ама ам тыркун маседан бинамани. Ама эса чаху даманда ба аста. Хукматани ба хаша жайдачи халги тыркати. Чавон академик Чингиз Гаджар вотеда ки, чо Азербайджани хаммайса йола душмен хежо тыркуништанин. Чай думо депутат Араз Ализадан вотеда ки, ама ашта марагон хабари кашанинимон, мифик уму тырка марагон не. Кали одамон вотедан ки, тыркун гыр карделозиме Азербайджанада. Жиго гылай бахтада хар врао сапо аштан тыркун. Бадод амонин ки, дадам вай, нанам вай, даста шеда халх. Бадод амонин ки ама тыркимон. Алам гня баянды. Спа занедани штах ванди. Интаси ки авони масакас. Иштан вотедан, иштан маседан, иштан навыштедан, иштанан хандедан. Хукмат ишта куадай тыркон вотайон хаммай куязинги нагалин бой. Хукмат ишта джонни хаядай. Алевон бадаспочан ки де тахари перохнан ишта джони. Быз ишта джони хаядай. Гассобан наведа бо пи. Тыркун бало бамадай ки авон хаммай тарседан Алевон ку. Алевонан чок балада башмазати. Ав занеда ки шама гейрат анчах ба чайхона гапон расада. Ба ошко бешошон. Вана кука каги бенештешон гыж бабешон. Хануан ни барасе ки ишта миллати номи талаб бкан Илхамико. Аве Илхам Алиев хандеда шума навыштайон. Бгасра кардеда, лбера жайда бошма. Чумчко ав чок баладе башма гейрати. Ав занеда ки шума чайхонунада, социал шабаконада ми мддати хала дабаравешон, охоядан бабе чайвота. Яни Илхам Алиеви чокна шубпио жагуан ном бану башма. Шуманан бана паси эба бажешон иштаса. Дама абнишон. Чума азза толушон. Чан друже хандедам социал шабаконада ша тасыбон. Дали сыхт средам иштан башта. Охо чама толушон чок занедан башта тырк вотача одамон гейрати. Ама чок занедамон ки авон хаммай хозын гырбун бышун ба Илхам Алиеви. Иштани шахид бкан чай рода. Ам машта Илхам бешо ба телевизия бавон бвота ки за ай камсарон. Аз тырк бнвыштом шумани хежо хамон ружи вло бабе Азербайджан. Бабада эса социал шабаконада башта тырк вота хамона шахсон хаммай бана каги там тамижа бешан. Баныштен ишта могнаса. Ишта садуан бени пагарден. Охо имина кара ни ки чама толушон шойд бедан ба жигу тасыбон. Хежо чайхонунада жагу гапонушон жа, ама ко ба ко расиада лол бан. Ништан ишта харобада. Охо яда амиян бвотым башма ки буан хала тади ма бамон ба сакшта жа. Тикан чаш бкамон. Бун амон тоса ков рашедан чумон карда атасыбон. Бама хич гла манош ни чавон карда атасыбон. Бама бана ружа рушна ошкое ки авон тасыб бконан я нконан игла чи хани малуме. Чо песохта довлати охо раса. Башта иса тырк вота хамона шахсон агылышон ббо бавада бапе бызнен ки игла рошон манде манда чавон. Вахта да чара бкан бошта. Чана дини ишта са пегатын куч бкан башта ома врау. Жиго малум беда ки Азербайджани ан йола душмен хежо тыркони. Аве эса чавон игла ша врашон манда. Аван Алтае. Анчах жиго авон перохне базне ишта джони я ишта балон. Джо рошон мандани хани. Авон чанан ра сарасону ми анан ра пе барохнен ишта джони. Ишта балон джони. Жагун некон, бабада авун штанан мав бабен де ан песохта довлати иджо. Бжи чама хоса хал. Бжи сабасу жа Толстон. Бжи Толстони милли.
телевизия. Thank you.
کاسیسه و ادامی همچنین شش کاس پلیسی خسارتش سا باتومیاده دوارده اتیروزی اکسیا شمونده ده گرجی خصوصی تایی نوتینا دستون مراشولا نتیجه ده. و آخدا و جورا روژی مارتی دونزده خباش دوه انترفاکسی با اجاریا صحیه وزیر زالا میکلادزه استینودن. ایو تاشه که ویست ده کاسی اوبردشه با تی بی دستگاتی چاون و نیشون هنی و دوه نوخش خوناو. با اتیروزی سبب با شنباروژی سخومی پولیسی با روی حرکتی غایدون دارشتا رومونی نوشتا جایما. شایدون تازده کرده دن که پولیسی تغییرش کرده رومونی. ورای مخلوقی دستا کشدوه با رومونی اوون داویشون کرده ده حقوقی محفیزا ارگانون امکدوشون. با پولیسی مغویماتی گرانا حبس کرده با شش کس. چه می با پشتا چه اجاریا دلکون سر ایدورا نواده گرده بان تا تقریباً هزو کس. اوون طلبشون کرده که استفو بدا پاترولا پولیسی رئیس مالخاس باتیاشویلی. اتی روز کورون تازدق کرده دن که باتیاشویلی به وظیفه تازدق به باپشتا پولیس حق نو حق دامانده بو یولا جایمون نوشته. نیدرلندی سروزیر مارک ریوت دفترخونه عضوانش ورده رسمی بیانوت. ایو ای قیمتش دوه با ده ترکیه خیزونیان سوسیال سیاستی و وزیر فاطما بتیول سان کیا واقع با انسیدنتی. سنده ده به مسئولیتینا حرکت ووتدن با ترکیه سیاست کوری کردکو. خبادو ده دو چه ویل. نیدرلندی حکومت خبادو کرده ده که او آلوغه ده با ده انکارا. چانده کرا دغتش ساغانده بای که خطو جایده اوگاتلو زیمنی چه کرالاتی اجتماعی غایده یان چای بیتالوکاتی. ترکیه داشتی کن وزیر مولو چاوشوغلی با نیدرلند وان دوی با پشتا ترکیه پریزیدنت اردوغانی جواب تدبیرون ویندلو زیمه نومده ترس لرزون غیری ممکن کردشونه جگو وزیعتو بشه رون پایدو کرده یان غووناتی کام کرده غیت کرده دان سانده دا. نیدرلندون خبادوشون کرده بی که فاطمه کایا به مملکت امه نخوشه با اون بایونو تده بوته دن دمیان جگو آف با غروری اما که صفا بکا با نیدرلند. تنقید با بکرده هر کسی اما اوروپا دا به تعلقاتی یعنی امکدوشاتی تشکیلاتی مینسکی گروپ یک فرماته که او وجیبه بخارابوغی مراشولا ده دینجا و سیتون کمگی حل کرده. با خده وطاشه چه روسیا ارمانیستونه دا فوقالو دا یعنی صلاحیتین سفیر ایوان والنکینی. با کوچ مینسکی گروپی همسادرون تنقید کرده مقابله دا. آذربایجانی طرفی خرابوغی زونه دا اتشبری دارشته یعنی فکتی گپون پروسسی نبه خده پرسی جوابی دویده والنکینی و تشه از نغل نغلی بابا مندیم که ام مراشولا حال بابه کرده ایگل ده دینجا و سیتون ده هربی روی ممکن نی آی حال کرده. هربی رو باورده انجاخ با توجه غربانون جو هیچی نی بابه. اسفچاده چه کانادا ماشین سوخته بمباردیر شرکتی شاکبالو زندان ده آذربایجان جا مامورون ده یولا بریتانیا ده غیدیوتو دوارده سوگنه شرکتی وسیتا کوروپسیا کرده ده. با اخدا نوشته ده کوروپسیایان متشکیل جیوناتکوری تدغیغوتی مرکزی سایت. خواب دودن که ام شرکتی په بخشنیاش میلیون میلیون دولارون رشبغازینا ده انجا کوغازی سپه با ملتی سرف اوورسیز لیمیتی شرکتی وسیتا. اسویچری پروکورور توماس فورسبرگی خبش دوه که بمباردیر شرکتی کوونون شاکبالو زندامون ده آذربایجانی اوسنا رون ایدورا کوونون غاستاده. غاستاده اشتیرو کرده کسون گمون که پیاشونه دگیش بکن تندری شرطون که دمیان کمک بکن با بمباردیر شرکتی که او غالیب بو. آذربایجانه دا چه سه نمارینا با لول کورون خصوصی اینترنتی حتی خونونه دا و رابا ورا کرده با کچکونون شکت کرده دن که نروحات چاون شریعت. با خدا نوشته دا اینفورماسی اگنتاتی توران غید کرده دن که چه حتی خونه چه ناسیمی رایونی شریفلی جاده دا با چه مرتبینا بینه دا هر مرتبه دا جیده هفده هجده خیزون. هر مرتبه دا هسته ایگلا ضروله یعن ایگلا کیاسا. کچکونون خواهیش کرده دن که اوونی یا اووشتنن با توجه شهرون شهرچون
Янки хичне бо тамир бкан эмбина. Авон хаман этирос кардидан бо электрика ашмардон ной. Чум чко чавон ноба пешта авон сада пенджо дсам манот ишри пул дуанинин. Гэй кардидан ки кучкун коми матботи хадмати садр элчин гадмони хабаждуа ки эсадна вахтада лозими маблагни ки ам одамон овоштанан чабинао. Ав ки манде ба чай тамиди, ай воташе ки лозим ба маблагашон хала джо кардани довлати буджао. Иля гитар ки чакаса, иля бар ки хамиша ожа, иля фани сушмандани, Ila mert hamisha tanha Ila sigar chada sikha Ila aks noa chanaka Zindagish oba ha ila aks Haifa ana khatra unka Сегодня наша беседа будет посвящена городу Баку. Его назвали городом народов на юге Кавказа. Район города Баку известен в истории тем, что еще в эпоху Александра Македонского здесь проживали албанские племена. Судя по находкам археологов на Апшеронском полуострове, здесь издревле известны нефтяные фонтаны, которые били из земли и часто горели по самым разным причинам, в том числе и естественного характера. Уже в более поздний, скорее всего, видимо, в сасанидский период, на территории будущего города Баку
появились храмы огнепоклонников, Атешха. А после падения царства сасанидов в 7 веке арабские источники 9 века впервые упоминают в мусульманских географических и исторических сборниках город Бакуйе, название которого в переводе с талышского толкуется как «место, где дуют ветры», «ветреное место», «во ветер», «ку» от слова «куе» – «бить», «ударять». А по-персидски название города переводится как «баткубе», что является калькой этого талышского слова. В древнейшие времена талыши использовали этот населенный пункт для проведения обрядов инициации. В определенные периоды года они приводили к морю юношей и девушек, оставляли их на какое-то время, чтобы те доказали, что способны выжить в самых диких условиях, добыть себе пищу и защитить себя. Таким образом, днем они занимались собирательством и ловили рыбу в море, охотились на дичь, а по ночам юноши жили в крепости парней, по-талышски заолгала, а девочки в девичьей башне, по-талышски кинегала. Ныне существующая в Баку девичья башня является памятником древней талышской культуры. Уже после монгольского нашествия крепость и город в 14-16 веках начинают бурно развиваться. В 16 веке войска сефевидов несколько раз брали город и разоряли его. В эпоху турецко-персидских войн 17-18 веков крепость Баку несколько раз оказывалась в эпицентре сражений и разрушалась и теми, и другими. Известно, что правитель сефевидов Шах Аббас I подарил Баку вместе с Рештом и Дербентом русскому царю Борису Годунову. При Петре I город впервые вошел в состав Российской империи, но во второй половине 17 века, вернее 18 века, после смерти правителя Ирана Надир-Шаха, когда на Южном Кавказе ослабела власть персидских правителей и стали создаваться свои полунезависимые государства-ханства, в Баку тоже сложилось ханство-государство, которое просуществовало до 1806 года. В составе Российской империи город стал центром губернии в 1859 году. А в 1862 году началось бурное экономическое развитие города и его пригородов, где были установлены сотни нефтяных вышек. После изобретения двигателя внутреннего сгорания во всем мире резко возросла потребность в бензине, а керосин во второй половине 19 века начал широко использоваться в быту и для освещения улиц. Поэтому уже в 60-е годы в город хлынул поток переселенцев и инвестиций. Быстро растущему Баку нужны были специалисты по самым разным направлениям, и многие специалисты из России, из Тбилиси, из Европы в это время привлекаются в город. Энергия бурного экономического роста, бума Баку, привлекла иностранный бизнес. В конце 70-х годов на нефтяных приисках появились братья Нобели, корпорация Royal Dutch Shell и целый ряд банков из Европы. И если в 1860 году в этом городе проживало всего 13 тысяч жителей, из которых только 5 тысяч были ремесленниками и купцами, то уже по переписи 1897 года в городе проживало 112 тысяч человек, из них 37 тысяч кавказских татар, которых позже стали называть азербайджанцами, или 43% населения, 25 тысяч армян, или 28% населения, 22 тысячи русских, или 24% населения.
Кроме них здесь проживают евреи, украинцы, немцы, французы. Город рос, расширялся и благоустраивался за счет нефтяных доходов. Большая часть рабочих и неквалифицированного труда приходилась на долю кавказских татар. Приехавшие европейцы принесли с собой и европейские достижения. В Баку открывается драматический театр в 1873 году, а еще позже оперный театр. В 90-е годы были открыты библиотеки и музеи. Наряду с нефтяными промыслами в городе стали открывать текстильные и табачные фабрики, механические, пивные, цементные заводы, а также банки. Наряду с этим строятся и церкви, и мечети. В конце 19 века в городе Баку было 5 православных церквей, 39 армянских церквей, 2 католические и 555 мечетей, главным образом шиитских, поскольку в 19 веке 80% мусульман бакинской губернии были шиитами. С 1883 года железная дорога связала Баку с Тбилиси и со всей российской системой железных дорог. Большое участие в интенсификации добычи нефти сыграл известный химик Дмитрий Менделеев. Когда братья Нобель скупили большую часть нефтяных вышек, против них объединились русские и армянские предприниматели. Толле, Милов, Поляковы, Дрожкович, Пирогов, Мухин, Ломанский объединили свои усилия и капиталы с Монташевым, Арамянцем, Сатуровыми, Энфенджианцем, Калантаровым, Мамуловым для вытеснения из бакинских промыслов Ротшильдов и Нобелей. Именно Монташев по совету Менделеева построил первый в Европе керосинопровод от Баку до Поти, до Супсы с 1897 до 1907 года, который сразу же стал приносить баснословные доходы его хозяину. В то время Нобели боролись с Рокфеллеровской Standard Oil. И скупив акции этой компании, к 1885 году Нобели заставили Рокфеллера покинуть Россию и продать свои нефтяные вышки им. Братья Нобель стали в это время крупнейшими владельцами нефтяных вышек. Из 255 бакинских вышек им принадлежало в конце 80-х годов уже 187 вышек. И тогда борьбу с могущественной компанией Нобелей, которых поддерживали банкиры Ротшильды, начали Монташев, Арамянц и другие. Уже в 1884 году предприниматель Микаэл Арамянц привлек тифлисского миллионера Александра Монташева принять участие в бизнесе нефтяной компании «Цатурян, Арафелян и компания». Монташев лично познакомился в Баку с деятельностью компании и держателями контрольного пакета акций и сразу же вложил 50 тысяч рублей. А через 5 лет он вложил еще 200 тысяч рублей. Когда же Менделеев посоветовал Монташеву построить трубопровод из Баку в Батуми в Супсу, то он сначала решил выкупить все акции у цатурянов. В 1888 году Александр Монташев выкупил акции Арафеляна за 450 тысяч рублей, Туманяна за 170 тысяч рублей и самого Цатуряна за 720 тысяч рублей. Остались в компании только Монташев и Арамянц, которые вложили в ее развитие в 90-е годы еще 9 миллионов рублей. Но при этом через 8 лет они получили 30 миллионов рублей чистой прибыли. С 1892 года им пришлось противостоять братьям Нобелям, которые тогда полностью хозяйничали в нефтяном бизнесе Баку. И в 1894 году Монташев начал скупать все акции компании Нобелей.
Он выкупил их за 30 миллионов рублей. Это был контрольный пакет акций 51,5% акций. Нобели проиграли борьбу за бакинскую нефть. Альфред Нобель продал Монташеву также 4 танкера, которые перевозили керосин и бензин в Италию и Грецию, Индию и Японию. Тогда же Альфред Нобель свернул свой бизнес в России и со всеми вырученными деньгами уехал домой, в Швецию, где в 1895 году основал знаменитый Нобелевский фонд для награждения выдающихся ученых в разных областях знаний. Так из бакинского нефтяного промысла были вытеснены шведские бизнесмены. В последние десятилетия XIX века в Баку быстро развивалась культурная жизнь. На улицах, заводах, нефтяных приисках, в театрах города можно было услышать преобладающую речь татов, талышей, то есть персидскую речь. Был слышен русский говор инженеров и техников. Можно было услышать и армянскую речь купцов, ремесленников, немецкую, французскую и английскую речь различных приглашенных специалистов из Европы. Обращает на себя внимание топонимика бывших бакинских пригородов, которые в настоящее время стали районами города. Сураханы, Балаханы, Нардаран и так далее. В названиях этих мест совершенно очевидны не тюркские, а талышские, а в широком смысле иранские корни. Все это служит ярким подтверждением того факта, что город был иранский по сути и составлял органическую часть единого южно-каспийского цивилизационного пространства. И кочевникам-тюркам различных племен, живших в долинах рек и предгорьях Большого и Малого Кавказа, этот город не имел никакого отношения. Заполнившие город тюрки не определяли в XIX веке его лицо. Да и в первой половине XX века культурное лицо Баку определяли те площади, улицы и города, те культурные объекты, которые были заполнены русской, немецкой, еврейской и армянской речью. Это только после Второй мировой войны начались процессы постепенного вытеснения, языкового и культурного вытеснения из этой бакинской многонациональной среды всех тех, кто не тюрок. В городе Баку стала слышна только тюркская речь. Сегодня 70% русских, 100% армян, 90% евреев и 95% немцев и французов, бельгийцев и поляков покинули этот город, что привело к резкому изменению этнического состава населения, да и культурно-цивилизационного начала города. Надо отметить, что вместе с представителями этих народов город лишился профессиональных и социальных прослоек, представителей интеллектуальных профессий, грамотных инженеров, врачей, учителей, умелых ремесленников. Показательно, что даже такой яркий поборник тюркскости, как академик Зия Бунятов, сказал в одном из своих интервью, что город покинули специалисты, а в Баку запахло баранами. И никакие небоскребы и трассы спортивных гонок не изменят очевидный факт. Многонациональный и дружный город Баку переродился в сугубо национальный тюркский город, утративший культурную среду и свое неповторимое лицо. Спасибо за внимание.
Thank you.
عزیزان ایدما کردیدم چما سرزمینی قدیما دولتون حقاده اشتگاپی امروز نا گاپم بابه ایرونیان قدیما دولتون گلاینی با ایلامی حقاده چما یراکو بناف چومینا سمینا اسرونا دا ایرونی زمینا دا غرس غرسی جیمون کردیدا بین چاندا گلا بایاندا اولودا منشا جهاتو باشتا شرقی همسیون هندی رو چولاریونا دا جیا دراویدون نیزاتوبیون چاوند لادا Элами мамлакати Тобион хаммайса банав сохташоне бошта довлат. Ам мамлакат ирони хайми гарби заминона дабе. Амян бавотам ки элмада гоим гоими бошта вра карда амном бавон дуашон бе Месопотамия вжон. Демян авон таглид кардедабин эламжон башта вота халтемт, яне хдо мамлакат сахани. Элами ан йола марказон чай гарби заминонада ба сузон бин. Эламжон довлатшон сохте шумерон хамам бада. Чама яраку банав чомина асрада шумерон табе кардышоне башта сузиана. Эгандышоне сузада штаа колония. Ам колония огарде бе чу Месопотамия маданияти ян сиоси таджруба эламада певло ба марказ. Ба вақти эламжон хестшон бе нивиштай, шумерон ше ба пешта эсабой авон сохтшоне ишта довлат. Айра табе кардыше башта тағрибан чи ирони пештаку хамма заминон. Элам се чогла мамлакати, яне почуати федерасия бе. А мамлакатон хаканна табе беда бин бачавон глайни сулола. Хаканан джо беда бин яндаку. Амма хаким сулола ком махало бешуан элами пойтахт хежо суза бедабе. Суза элами ан йола шаар бе. Ав бедабе элами ан лонайна заминона да. Хаман назорат кардедабе ба эламо ба Месопотамия шаарон. Элами дайми дышменон чу Месопотамия довлатон бин. Авон чу Месопотамия бана Аккадиян ури чу Хаммурапи Бабилистон Нуя Ассурия ян Нуя Бабилистони газина наханга империон вей хостон табе кардедабин башта элами. Ра-ра гатедабин сузиану. Амма Месопотамия тасаруфоти ян сиоси таназули вахтонада
эла мужон ижан зу омедабин бавон. Чама раку бана висте семина асрада, чагадима заминон гарбиян хайми заминон маруз мандин ба акади довлати харби тазиги. Вахт ба вахт эла мужон габул кардедабин. Саргуни куш гата тоса нарам суэни чавон чарон хакимияти. Интаси акади чарон тоса охой назнашоне мзаминон гэрд башта табе карде. Тагрибан чамай раку банав и хазо хавца хавто пенч, и хазо хавца шеста пенч мина соронада, элами забыж ганде ба Месопотамия чарон ара мхорибон. Хатто бабевотеки табеш карде башта тагрибан хама Месопотамия. Аж джумла хаман Бабилистон жа Хамурапи. Чамай раку банав хажда хавда мина асронада, ирони ан гадима мадани ойкумени саш кардеш там вджудати. Чуми сабабам беки ханда Авропа вжа арион врабавра кучешон карде бзаминон. Авон хаджо умжан гнинде врон бнайна халгон. Астрабуди бренж номада ирони кобасонада ба мадани джамият мавбе. Намазги баданяти хвандун витин башарх. Куфана куф бин джо марказонан. Мандин анджах ирони кануа вилоятонада ба довлатон. Хамчинин элам. Ханда Авропа вжон йо куч карде дмина далга бинобе чамай раку банав дмина хазусори мионадаян чай охона чоакада. Амбай саба беки ча довлатон длада игле элам саломат перахай. Чамай раку банав йон замина асири миононада влобе элами довлат. Де Асурия чай барда бе фосила джангон сафта-сафта шедабин де ованди. Чумчуко элам бе джангонада гырса мтафиг беде Бабилистони. Амма чамай раку банав шашса хашто нав минасори, Бабилистон маглуб бебапешта, хамон аджангон ба газо огардин бо элами. Чамай раку банав пенса нав минасори охояда, элами довлати гинеш карде сузианач Бабилистони почо дмина нав ходоносори зарбонжияда. Чамай раку банав пенса чел нав минасори эсабо йола кири кардеше элам ирони империя глай сатрапи. Демиан сабеча эламжон се хазо сорна довлат корати. Демиан жиго че эламжон вейни ирониш бе процесс вагеба чама эраку банав имина асрику жигоша. Амма чавон ина звон манде тоса чама эра дамина асри. Ирониш ба эламитон орых торогон эса хайми гарби ирони эсатна дегжон яне луронян бахтиоронин. Чамай раку банав семина хазусори сафтакужиго, хатто мумкюне ки тикаян чай банав эламжон габул кардешоне башта ахамияти горана логографик, форма горана шикилина ишорон. Бми адатан вотедан прото элами навышта. Фарз бабе карде ки, ам навышта аштан баса беше ба миён чай саханиян гадима, ба ман раса элами пиктография сапе. Чамай раку банав семина хазусори мионада, элами навышта ча акадон навышта тасири жиада саше мхи форма. Эламада хаким бин архаика габила тобия адатон. Джамияти имина лона йола хизонина джамиятон бин. Авон коллектив сойбати кардедабин базаминон. Каштыгыл кардедабин авони. Амма тадриджан авон птпуа бин багада шахси тасаруфотон. Амма че почо ян мабадон заминон огатышоне шта навкона форма. Фарсон элами гатеба пешта, хайлаки дагиш бе элами звониян навышта. Яне нуя сузи китобон. Чайо фарси звони гыр да кыштыше элами звониян навышта. Ба элами тасвири наджима санати хис беда карде, че Месопотамия тасири. Чай зуманда тасири шест бе хаман ба эламжон дини. Свой элами сархадо иншушина ки, чай манде хдон хамай номон эйни бин де чавон шумерада ба номон. Бела, Шамаша, Сина, Инанна, Иштар и Анджо. Ама акс тасиран хест бе.
Чем я сопотам я кахинон дахил кардашомбе башта хдо сиохи кали элом эламжа хдон. Чем азизон? Умдавом ки чем я элами хахадажа ам габ марагин бе бошма. Охо элам гадима ирони заминонада мовжуд ба ан гадима довлатон глайние. Саломат бмандан. Хдо комагом бу. Don't jump.